узнаем дальше, что же будет с умом. Ну, а мы... Так, у нас только что закончился заезд с Димой Ермохиным. Мне удалось победить, но такой ценой, что у нас был с Димой небольшой контакт диском. Он действительно был небольшой, но из-за этого колесо раздулось. И я вот на таком переднем колесе после второй перекладки доехал до финиша. Потому что Зестина, она держит даже когда вот такая. Представляете, диск поворвился, все с ним отлично. Просто поцарапался по кромке чуть-чуть. И резину сдуло, и ее затянуло. Ну, это, конечно, жесть, ребята. Я чувствую, руль бьет, колбасит. Думаю, как перекладку делать. Типа она... Что с колесом? Оно отвалилось, тяга. Думаю, главное доехать. Ну, доехал, слава богу. И мы топ-8. Спасибо. Так, я хоть успокоился, вам могу хоть что-то поснимать. Пока проиграл еще заезд, финала, к сожалению. Была хорошая постановка, отличнейшая первая перекладка, вторая перекладка. И вот в этой медленной дуге, к сожалению, произошел контакт. Ну, я пересмотрел много раз, он действительно был по моей вине. Я так хотел быть близко, но немножечко... Я так хотел оказаться хорошим, но опять оказался плохим. Поэтому, к сожалению, у меня порвало тягу. Заезд идет. К сожалению, у нас там сломала тягу, еще там кое-что, и мы не смогли за 5 минут поменять, поэтому... Вот, в целом доволен гонкой глобально, но расстроен, что не получилось показать тот заезд, который мне хотелось показать, потому что я был на него нацелен. Всем спасибо огромное.